для начала церемонии вручения этой награды с удовольствием приглашаю генерального директора группы Мединвест Юрия Рыженкова. Ваш аплодисмент. Добрый день. Добрый день, друзья. Надеюсь, настроение у всех хорошее. Третий раз мы вручаем звезды. У нас все три раза был разный сценарий вручения. Единственное, что было общее, это то, что мы всегда их вручали нашим лучшим людям. И всегда это было в районе Дня металлурга и горняка. Первый год, 14-й, как вы помните, шли тогда военные действия, поэтому праздники не устраивались, и звезды вручались тогда на собраниях в ДК. В 2015 году это произошло на сцене в городе Мариуполе на Центральной площади. В этом году мы это делаем уже в столице. Что будем делать в следующем году, я пока не знаю. Я хотел бы главное сказать это вам спасибо. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за вашу самоотверженность, за вашу решимость, за то, что вы любите развиваться, за то, что вы сами делаете себя лучше и делаете лучший мир вокруг вас. Еще раз вам всем спасибо. Премия «Золотые звезды Мединвест» была учреждена в 2014 году, и это уже третья церемония награждения. «Золотые звезды Мединвеста» вручаются за выдающиеся результаты в области развития предприятия и группы Мединвест, выдающийся уровень профессионализма и стремление к постоянному профессиональному развитию, за приложенные сверхусилия, которые привели к значительным достижениям предприятия и группы, и за проявленный героизм, который повлиял на жизнедеятельность предприятия в сложных условиях. Я считаю, что это заслуга всего моего коллектива, в котором я работаю, не моего коллектива, в котором я работаю. Это звезда общая. Всех тех, которые помогли мне получить эту премию. Сами понимаете, люди, которые прикладывают много труда, много вкладывают сил для того, чтобы достичь каких-то целей, часто очень могут просто остаться в тени. Везде для всех одинаковое отношение. Кто бы ты ни был, рабочий, мастер, начальник не имеет значения. У нас одна семья. Для меня это, скажем так, зеленый чек в том, что я иду в правильном направлении. Мы активно развиваемся в плане непрерывного совершенствования, в плане повышения производства. Идея сама по себе без команды, она ничто. Любую идею внедряет команда. А если есть руки, есть желание и, скажем так, сплоченный коллектив, тогда можно добиться много. Поднять молодежь, чтобы они тоже имели возможность получить такие же награды, имели возможность улучшать те процессы. Постулаты бережливого предприятия. Вот начинается. С вот этих всех мелочей. А с мелочей собираются серьезные вещи. Все это реализовывается. То есть люди стремятся, есть стимул, мотивация всего этого. Что молодежь как бы идет вперед, есть рост и стремление. Каждой команде в свое время помогаешь, направляешь, подсказываешь. И создается уже общая одна команда. Это сплоченная, все. Вместе люди, которые идут к одной цели. Звездам обычно путь лежит через тернии. Наши тернии – это наша работа. Проявляется характер человека. Трудности показывают, чем он дышит, можно так сказать. Поэтому, слабых нету, у нас все сильные. Спасибо им.